Приветствую, на связи Рублев. Сегодня расскажу вам и порассуждаем на тему того, стоит ли брать RTX 4000 поколение видеокарт или подождать 5000 поколение новых видеокарт от NVIDIA. Расскажу подробно плюсы и минусы того или иного вашего действия. Давайте начинать. Понимание того, стоит ли приобретать видеокарту текущего поколения или подождать следующее поколение, зависит от нескольких факторов. Вот некоторые плюсы и минусы обоих вариантов. Вариант первый. Вы берете RTX 4000 поколения от NVIDIA. Плюсы. Немедленная удовлетворенность. Вы получаете доступ к новейшей технологии и производительности уже сейчас. Второе. Поддержка актуальных игр и приложений. Новая видеокарта будет гарантированно поддерживать текущее программное обеспечение и игры. И будет актуальной. Третье. Это цена. Обычно видеокарты предыдущего поколения снижаются в цене после выпуска новых моделей, что может сделать их более доступными. Минусы. Устаревание. С появлением новых поколений видеокарт производительность и возможности предыдущих поколений становятся менее впечатляющими. Второе. Несовместимость с будущими технологиями. Некоторые новые технологии могут быть доступны на более новых поколениях видеокарт. Только на более новых поколениях видеокарт. Теперь поговорим про ожидания нового поколения видеокарт от зеленых. Ожидания RTX 5000 поколения от NVIDIA. Плюсы новейшей технологии. Подождав следующее поколение, вы получите доступ к самой последней технологии и возможностям. Второе – это улучшенная производительность. Новое поколение видеокарт обычно предлагает улучшенную производительность по сравнению с предыдущим. Ну и поддержка будущих технологий. Новые видеокарты могут иметь функции и технологии, которые будут важны в будущем. И будут сугубо прерогативой и фишкой этого нового поколения. На старых такого не будет. Возможно, что NVIDIA представит какую-то технологию, которая будет только на 5000 поколении. Минусы. Ожидание. Вы можете потратить некоторое время в ожидании выхода нового поколения видеокарт, что может быть недоступно, если вам срочно нужно обновление. И второй минус – это неизвестность. До момента выпуска нового поколения невозможно точно знать, какие будут его характеристики и стоимость. Итак, ваш выбор зависит от ваших потребностей и приоритетов. Если вам нужно обновление здесь и сейчас, и вам доступны средства для покупки, лучше взять RTX 4000 поколения. Если же вы готовы подождать и желаете получить доступ к новейшим технологиям и производительности, а также последним фишкам, то стоит рассмотреть такой вариант, как ожидание RTX 5000 серии. Лично я владею видеокартой 4000 поколения уже, и мне реально очень интересно, что добавить в 5000 поколении. Ведь должны будут что-то добавить, чтобы продать нам эту видеокарту. Какую-то фишку или технологию. Я же буду просто ждать и сообщу вам о своем решении обновляться или же нет, когда она покажет новые видеокарты от NVIDIA. В четвертом квартале 2024 года. Подробнее рассказал вот в этом ролике. С вами же был Рублев. Всем до скорых встреч и пока.